Ну и включай. Ну давай. Так, подожди, давай. Сейчас мы ждем, пока найдется GPS. А у тебя на свечи какие функции поставила? GPS? Но он сейчас должен спутники найти. Не, я понимаю, altitude hold, там position hold. Altitude hold, GPS, GPS hold, GPS coming home. Вот он нашел. И если нужно, то carefree. А carefree это что было? Чтобы он не вертелся, как уж на сковородке. Так, ладно. Coming home сейчас? Нет, GPS hold. Да, смотрим. Вот он сам висит, я ничего не делаю. Ага. Он сам висит. Покажи пульт, что ты ничего не делаешь. Покажи пульт. Вон он висит. Да. Вот. Неплохо висит. Висит, будет висеть сколько угодно. Сейчас пробую функцию. Так, чуть пониже его поставим и запомнили. Вот здесь холл сейчас, да? Да, сейчас скажем. Ну вот так. Ниже вот. Его чуть возьми сюда. Сейчас, да, пусику. Надо. Чтобы он стабилизировался. Ну вот. Нет, повыше сейчас. Допустим, вот так и вот так. Вот altitude hold и GPS hold. Он замер, застыл. Ну и теперь давай попробуем вернуться домой. Вот я вернулся домой, вот тут я бы это пробовал. Быстрее, быстрее. Вот. А на высоту какую он потом выходит? Значит, он сейчас вернулся домой. И он замешает. И удерживает высоту. Теперь я снимаю высоту и мануально его сажаю. Аккуратно. Так, так, не, только не туда. А, ну ладно. Аккуратно его сажаю. Вот. Отлично. Это то, что придумали мне. Так. Что еще покажешь, хорошо? Это ты сейчас на тройке или на четверке?